Всего ничего осталось певцу Марк, чтобы возглавить наш хит-парад. Но для этого ему и его хиту «Шторм» нужно заручиться еще большей вашей поддержкой. Голосуйте на нашем сайте fmtv.ru и смотрим зажигательный хит на втором месте нашего чарта. Под названием «Между висками» всего за несколько недель смогло возглавить чарт. Так держать, ребята, смотрим самое лучшее видео России на этой неделе. Я выбросил ее из сердца, как камень, застряла между висками, сука. Терзает мне душу своими рывками, как выживший после цунами сушу. Рою тоннели в своей пещере, похож на Кощея, глаза опущены. Жду, как в больнице, часов посещения. Каждый день копия предыдущего. Ты кому-то достанешься без меня. Ты останешься, время, конечно, рассудит. Но кто еще так любить тебя будет? Ты, как кошка бездомная, лезешь в пропасть бездомную. Но лови мои маяки. Какая ж ты все-таки, я улыбаюсь, стараюсь не париться. Двигаюсь дальше, как карта ляжет. Сердце мое навсегда останется звездочкой на твоем фюзеляже. Что же ты делаешь, мое сокровище? Здравствуйте, люди на скорой помощи. Как мне остаться на этой станции, лентой финальной в твоей дистанции? Ты кому-то достанешься без меня. Ты останешься, время, конечно, рассудит. Но кто еще так любить тебя будет? Ты, как кошка бездомная, лезешь в пропасть бездомную. Но лови мои маяки. Какая ж ты все-таки? Ты называешь это гордостью. Время от времени будем вместе. Но если мы движемся с этой скоростью, значит, мы просто стоим на месте. Ты кому-то достанешься без меня. Ты останешься, время, конечно, рассудит. Но кто еще так любить тебя будет? Ты, как кошка бездомная, лезешь в пропасть бездомную. Но лови мои маяки. Какая ж ты все-таки? Поздравляем с победой в нашем чарте группу «Мачете» и их хит «Между висками». И ожидаем свежую кровь в виде новинок. Only. Only.
В жизни солиста группы «Братья Гримм» произошли радостные перемены. Костя Гримм женился. И это не могло не сказаться на творчестве коллектива. И в результате новый лучезарный хит в лучших традициях грим-рока «Love Love». И это первая новинка в нашем чарте. Это забавно, мама. Так вот попался на крючок. Белая чайка нагла села удача на плечо. Трогательно прямо карие звездочки глаза. Что же еще я ей могу рассказать? Love, love, love. Композиция «Глюкозы. Возьми меня за руку», которая получила долгожданный видеоряд. Интересно, что на создание клипа певицы подтолкнуло трогательное письмо неизвестного юноши? Думаю, что об этом и пойдет речь в следующем видео. Останови такси, я очень хочу домой. Поеду, чтобы спрятаться от нас с тобой. Вся комната в дыму, я ночью у окна. С ментолом, сигареты и сижу одна. Размазанная тушь и порванная нить. Я не могу секунды без него прожить.
Возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. И я не могу, не могу, не могу, не могу тебя терять. Возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. И я не могу, не могу, не могу, не могу тебя терять. Как будто не дышу. Подними, я чувствую, что в этом мире мы одни. Прости меня, прости, пути я знаю все, но все равно они ведут опять к тебе. Возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. И я не могу, не могу, не могу, не могу тебя терять. Возьми меня за руку и дай мне тебя обнять. И я не могу, не могу, не могу, не могу тебя музыкальная информация на данный момент. Друзья, не забывайте голосовать за лучшее видео России на нашем сайте fmtv.ru. С вами была я, Лилия Максимова. Увидимся совсем скоро. До новых встреч! Only. Only